комментарии рассказать, что здесь происходит. Значит, в результате взрыва, как вы видели, произошло обрушение на 8 этаже. Сейчас создан оперативный штаб по распоряжению губернатора. Я его возглавляю, нахожусь на месте. На личном контроле держит и расследование причин, и ликвидацию чрезвычайной ситуации губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев. Сейчас у нас организован разбор завалов. Работают сотрудники МЧС. Игорь Анатольевич вам подробно все расскажет. Будет организована эвакуация населения. Мы всем пострадавшим жильцам этого дома предоставим пункт временного размещения. Они будут размещены в пансионатах. И, соответственно, сейчас идет тяжелая техника из Подмосковья в сопровождении машин ГАИ для того, чтобы ускорить разбор завалов. И организовывает муниципальная власть по домам близлежащим, там, где выбиты стекла, сейчас их остекление, и сначала пленкой мы закроем проемы оконные, потом будет вставлено стекло. Все оперативные службы находятся на месте, поэтому какие нужны вопросы, какие у вас есть вопросы, мы готовы ответить. Сколько человек погибло? На сегодняшний день 4 человека, на данный момент времени 4 человека погибло, 4 находятся в больнице, работы ведутся. Что людям, где они сегодня ночь проведут? Люди проведут в пунктах временного размещения. В пансионатах территории Московской области будут обеспечены всеми необходимыми условиями. Вот глава города также сейчас окажет максимальное содействие. Кто-то пойдет к своим родным. Компенсации какие-то будут пострадавшие? Коллеги, конечно, существует резервный фонд губернатора. Все пострадавшие получат компенсации и будет принято решение по восстановлению данного дома. Но это уже будет за пределами чрезвычайной ситуации. Самое главное нам сейчас ее ликвидировать. Вот. Если есть вопросы к Игорю Анатольевичу, по ее ликвидации, пожалуйста. Предположительно, люди под завалами есть. Сейчас последняя информация поступила. Заблокирована квартира, и в ней находятся люди. Сейчас ведется работа по их спасению. Значит, спасли 4 человека, и вот сейчас очередной момент спасения пройдет. Сейчас неизвестно, ведется спасательная операция, непосредственно спасательная работа. Погибших, значит, ребенок один погибший, два пожилых человека и, по-видимому, мама этого ребенка.